Ну что, Леша, наступили каникулы, поздравляю тебя. Спасибо. Не будем терять ни минуты. Сегодня у нас новое развлечение Dodo Quest. Вперед! Ой, смотри, у них кролик там. Привет. Вот и уши. Он кусается? Это не он, это она, на Снежан. Снежана? Держи такая, держи телефон. Сейчас будет квест. Ну, Катя расскажет, но про Додо, я так понимаю, Додо будем спасать. Ну что, ребятки, это мой первый квест будет в жизни. Никогда я не пробовал такое. Да, сейчас мы вам все расскажем, куда вы попали, что мы с вами будем делать. Нам очень страшно. Нам очень страшно. Давайте мы вам маленькие сначала дадим пройти. Маленькие 5 минутки. Минут, разминочка, пошли. Разминочка? Да. А где? Это наша специальная конструкция. Друзья. Только тебе подрисовать. Надо вырезать. Давай сюда. Вот. Значит так, тебе нужно выбраться отсюда. Вот сюда пойти. Хорошо. Молодец. А ключи у меня. Ну, у нас все шансы на серьезный квест, да? Да. Если мы за 5 минут такой прошли. Мы готовы. Да, готовы? Ну, отлично. Значит, мы Dodo Quest, и Dodo Quest — это квест реальности. Это почти как компьютерная игра, где вы должны что-то искать, находить, решать какие-то загадки и в итоге сбежать из комнаты. Но все происходит с вами лично, и побег у вас совершенно настоящий. Вот, и вам главное, не нужно использовать силу. Все наши комнаты связаны с основой Маврики у нас. Наша тюрьма основана на побеге, который был на Маврики. Наша историческая комната рассказывает про историю острова 18 века, про специи, про Пьера Пуара, который создал Помпеус. А наша третья комната, которую вы сегодня будете испытывать, она связана с последней Додо, которая, как все знают, трагически вымерла, но, возможно, не совсем. Не надо, извините. Слушай, такое ощущение, что там что-то есть. Смотри, опа, вот здесь что у нас? Леш, подсвети-ка. Вот сюда вот, вот. Смотрите, кодовый замок. Кодовый замок, так, давай. Смотри, что тоже, ребят, там же остальные. Остальные ключи. Леша. Фух, круто! Вот наш трофейчик, да? Сегодня будет отличная яичница у нас. Победа! Круто! Вот это мы умные! Класс, спасибо, ребята! Это прям настоящее удовольствие! А мы все? Вообще очень круто! Дожди на Маврикии бывают. В такое время только по квестам и ездить, я считаю. Нет, ты так не думаешь? Алёша просто переживает, что мы больше сюда не вернемся. Ему очень понравилось.
Но папа всегда катается. Да я тебе говорю, дождь здесь бывает. Вот все привыкли на Маврикий райский остров, да, здесь солнышко и ветер. Нифига, бывает дождь, и в такие дни мы будем ездить в Додо Квест. Давай лучше про историю Маврикия. Про историю Маврикия? Я просто не знаю историю Маврикия.